многослойный, да. Вопрос про собаки. Какого размера должна быть картинка, чтобы система опознала породу? У меня маленькие картинки очень. Мне птичек нужно определять породу птички. Птичку я беру из видеопотока.
Знаете, там история какая. Вот, я бы не хотел, чтобы это было рекламой, да, вот смысл в том, что на GitHub все эти примеры есть, вы можете их, соответственно, сделать. И лекции тоже можно, соответственно, посмотреть. То есть там не будет чего, там не будет менторства. Ну а цена, вы сами зайдите, посмотрите, то есть я никакого отношения к этой компании не имею, да, абсолютно, Google, ну или там как Udacity. Вот, но, скажем так, она не маленькая, да, но вот что, как бы, ради чего я это делал? Ради того, чтобы не было возможности соскочить. Ну, как это бывает, начинаешь учиться, посмотрел лекции, что-то как-то другим начал заниматься, тебя никто не подгоняет, никаких проектов нету, прослушал, забыл. Вот, здесь оно осталось на кончике пальцев, ну, и я вот для себя, если бы это было бесплатно, я бы, конечно, сделал это бесплатно, да, ну, бесплатно это же бесплатно. Можно еще вопрос? Да. Смотрели что-нибудь аналогично на Курсере, к примеру? Смотрел на Курсере, мне не понравился фреймворк. То есть я исхожу из того, что в конечном счете самое дорогое – это время разработчиков, и продукты получат наибольшую, значит, аудиторию те, кто предоставляет наиболее простой API, чтобы побыстрее вникать, побыстрее писать. В этом плане я видел разные интерфейсы, вот скорость, с которой простые задачи решаются. Да, хороший вопрос, спасибо. Формат основы.
Понял?